Здравствуйте, меня зовут Владимир Ефремов, я бизнес-тренер. Я помогаю руководителям и собственникам бизнеса находить, разрабатывать и внедрять простые и действенные решения конкретных проблем отдельно взятых бизнесов. Итак, вы выбрали свою нишу, начали свой бизнес, пошли первые продажи и заработали первые деньги. Поздравляю! Но что вы сейчас ощущаете, подъем или спад? Уверен, в самом начале эмоций у вас было гораздо больше. Наверняка появилась какая-то неуверенность, ведь все происходит немножко не так, как вы планировали. Продажи не так хорошо растут, у вас появились затраты, и, может быть, даже появился страх, что не получится. Это нормально. За рождением бизнеса следует стадия его выживания. Как у Дарвина. Выживает сильнейший. С каждым днем у вас задач становится все больше. И трудно становится удерживать фокус внимания на чем-то одном. Есть риск начать делать не то, что важно. А что же для вас самое важное? Самое важное по-прежнему – продажи. Их рост и увеличение. Но просто увеличение продаж может привести к тому, что вы просто не справитесь с входящим потоком. То есть спрос превысит ваши возможности. Это здорово, но к этому нужно быть готовым. Это значит, что пришло время создавать новые инструменты для работы и нанимать первых сотрудников. Как регулярно увеличивать продажи? Как автоматизировать процесс привлечения клиентов? Как сохранить баланс между возможностями и спросом? Как нанять первого сотрудника и начать с ним работать, я расскажу вам на своем вебинаре. Записаться на вебинар вы можете по ссылке. Каждый участник вебинара получит от меня структурированный список действий в виде майндкарты. Встретимся на вебинаре.